Ну, один из номеров полулюкс. Достаточно большой. С такими интересными шторками, шкафчиком. Холодильник, телевизор, диван. Ну и большая кровать. Ну, достаточно аккуратно все. Мы сейчас на третьем этаже. Вид из окна. Это боковое. Боковой номер. С краю гостиницы. Все достаточно аккуратно. Красиво. С приборами, щетками и станками для бритья. Ну, это люкс, собственно, гостиница «Океан», уже с вешалочками, со шторками, вместо жалюзи комод приятный, можно положить какие-то вещи. И в отличие от него, две комнаты, то есть в одной диванчик ограничен, можно сидеть и отдыхать, в другой можно, в принципе, зайти и поспать. Вид из окна, ну, собственно, шкаф, еще один телевизор, кондиционер, торшеры, кровать. Все достаточно аккуратно, все хорошо, приятный номер. Вот такой вот завтрак в кафешке, красивая. Холл второго, переход на третий этаж. Двор гостиницы. На этом мы выходим к ресторану «Море». Ну, собственно, сам пляж. Кафе, когда работает лето. О, домики прямо на берегу. Мангальная. Ну, оборудовано, сделано все достаточно хорошо, интересно.